30 марта 2018 год, Харьков. Через неделю Пасха. Сугробы по колено. У природы нет плохой погоды, но очевидно прекрасное чувство юмора. В прошлом году в этот же день, возвращаясь со смены, я попал под ливень с грозой, с громом, молниями, всеми атрибутами весенней грозы. А в позапрошлом году, 9 марта, на день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, я уже плавал в речке. Не купался в проруби, а плавал в речке. Заплывал на середину, не между льдинами или там айсбергами, а по чистому руслу. И вот у нас такое 30 марта в Харькове в 2018 году. Мартовские коты ночами, как положено, орут, но, вероятно, от холода, потому как параллельно цокотят зубами. Это просто караул. С такой весной боишься лета ждать, честное слово. 18-й год, 30 марта, Харьков. Слышно, да, как снег скрипит? 8:07 по Киеву.